Всем привет! Сегодня у нас второе видео на распакованные посылочки, второй обзор. Канал Качество Китая их уже проверил, конечно же, но хочу показать и вам, поделиться с вами. Они еще даже не одеванные, с бирочками. Посмотрите. Заказывал вот так же самых. Здесь шорты и майка вместе. У одного продавца заказывал. Хочу вам показать и рассказать. Давайте начнем с маечки. Маечка стоила в районе $10. По качеству очень мягкий хлопок. Вообще, ну, очень крутой. К телу очень приятный. Вот у них бирочки. Все, конечно, на китайском. Но видно, что хоть какая-то фирмочка делала. Небольшой заводик. По надписям. Ну, хочу сказать так. Написано так с головы. Все надписи. Ничего такого. Нет в этих надписях. Сзади ничего нет. Чистое. Спереди есть. Размеры. Заказывал, ношу L-ку и заказывал A-ку. Все подошло без проблем. Так же само связывался с продавцом. Там у него есть таблица, но я все же переспросил. Сказал свой рост, вес. Он посоветовал и подошло отлично. В конце видео приложу фотографии, как оно на мне. Думаю, вам понравится. По качеству 100%. Это ХБшка. Советую, не пожалеете. Ссылочку оставлю. Давайте пойдем дальше. Эти шорты идут как бы в комплекте. Они по надписям похожи, по качеству похожи. Плотный ХБ хлопок. Пояс тоже плотненький, немного тянется. Темно-синий цвет. Передает через камеру как черный практически. Также есть бирки. Размеры соответствуют все. Также заказал L-ку. Подошли. Все красиво. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Тут шнурки. Это они такие тряпичные. Тоже ХБшные. По надписям так же самое. Ничего вроде такого нет. Косят, наверное, под что-то. Под какие-то фирмы. Меняют одну букву. И всем кажется, что карманы присутствуют, правда, без змеек, не сильно глубокие, без змеек. Мобильник не положишь. Немного торчат ниточки, вот видите, но это не критично, оно отрезается, дальше не будет распускаться. Думал, слабое место будет вот шов. Но, если что, я думаю, что это быстро зашивается. Вот видите, размер L-ка. Made in China. Итак, качество этих вещей отличное. Так что качество у Китая есть тоже иногда хорошее. Всем спасибо. Не забываем подписываться. Пока.